Ваш ход, коллега. Да. Рыба. Не понимаю вас, Кудрин. Зачем нам рыба? К чему эта показуха? А мне больше ходить нечем. Честно говоря, мне тоже. Фу ты. Скучно с вами, ребята. Давайте, Греф, лезьте под стол. Заметьте, не я это сказал. То есть кончайте, мужики, меланхолию. Не богатырское это дело. Велено доставить вас во дворец. Вот такой вот променад получается. Если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мною гибнет богатырская сила. Вы забыли о подвигах? Неужели все, на что вы теперь способны, это забивать козла и жить иллюзиями? Из-за этих глупых игр у Германа Оскаровича заниженная самооценка. А вы, Михаил Михайлович, развлекаетесь тем, что ваши товарищи лазают под стол? Если это все, на что способна ваша фантазия, самое время ее модернизировать. Подумайте о более амбициозных развлечениях. Например, убейте Кощея Бессмертного. Вам это по плечу? Это вопрос. Скорее, ответ. Так как же его убить? Если он бессмертный. Послушайте, добрые молодцы, я царь, я даю возможности, а не советы. А если вам нужны рецепты, поговорите с доктором Устиновым. Да, он вам что-нибудь пропишет. Жизнь сложнее, чем вы думали. Да, стоит рискнуть. Да, мужики, вы, Кощея-то, лучше уж замочите, а то придется вас сократить. Это как? Обыкновенно. На голову. Черт, я так и знал. Опять этот камень. Что за мания вечно ставить людей перед выбором? Направо. Гадом будешь. Налево все потеряешь. Прямо ничего. Вообще ничего. Ну что, посчитаемся? Слушайте, мы не первые, кто здесь плохо кончит. Гоголь умер в страшных мучениях. Чадаев сошел с ума. И вы думаете, какая-то считалочка изменит нашу судьбу? Да, вы так ну, считаете? Не паникуйте, Греф, не паникуйте. Мы же договорились, что проведем этот вечер так, как будто ничего не случилось. Считайте, считайте. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, буду резать, буду бить, буду резать, буду бить. Избушка, избушка. Повернись ко мне передом, а к лесу задом. Ну, наконец-то, передом. А то в последнее время все задом норовят повернуть. А где остальные? Кудрин налево пошел, а Михаил Михайлович прямо. Теперь понял, как вас разводят? Ладно, давай, залазь.
бойся! Не бойся, Алексей Леонидович! Это ж я! Это я так от тоски свистел. От одиночества. Так ты же разбойник, Василий Иванович. Тебе же на роду написано одному скитаться, да людей пугать. Да брешут! Брешут злые языки. Ну вот посмотри, какой я разбойник, а? Просто душевно к вам не расположен. Отчего же так? Ты, Алексей, народ не любишь. Морешь его почем зря, а на тебя другие реформаторы морили. Да... А ты что не пьешь? Не русский, что ли? Ну, ну, давай, 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 давай. Стой, стой, стой. Нако, нако. Закуси, закуси. Вот. Одних старушек царство им небесное извели миллионов 10. А ради чего? Ради женских тряпок, корысти и прихоти, а? Повторим? Хорош? Все. А теперь скажи, если ты, ученый человек, решился на такую жестокость, что ж должны делать простые люди, как я? А? О, вот и лютуем понемногу. Эх, давай-ка выпьем, соловей-разбойник, за твою и мою горькую долю. Давай! Давай! Слушай, а хочешь, я прям сейчас возьму и раздам весь бюджет старушкам, а? Да ты что? И ты бери. Нет. На, на, нет, на. Нет, не на. Не надо, Алексей. Да, бери. Тебе бери. Попадет. Бери. Нет, подожди, лучше я сам отдам. Подожди, берите, люди добрые. Берите на образование. На старушек берите. Берите, люди добрые. На учителей. Мне хватит. Еще одну. Нет, не идет сегодня конъюнктура. Перебор. В одних подштанниках ты Кощея вряд ли убьешь. Сдавай, старая. Я на пустую ставку не сдаю. А подштанники мне твои не нужны. Ставлю жилищно-коммунальную реформу. А ты азартный, Герман Оскарович. Тебе еще. Нет, не может быть. Все кончено, не так ли? Я отыграюсь, старуха. Все отыграю, шлем, меч, реформу ЖСК. И ты мне расскажешь, шельма, как найти Кощея, и я его прикончу. Рисковый ты парень, Греф. На такой кон надо душу ставить. Я поставлю землю. Хватит. Очко. Не очко его сгубило, а к 11 туз. Накси, только не рядом с избушкой. Где же вы были, люди добрые, а? Ну и гад же ты, соловей. Разбойник. Что это? А, наши богатыри
очень мило. Кстати, есть новости. Двое так и не вернулись из леса, а Михаил Михайлович последний раз видели в 39-м царстве. Да, пастухи докладывали, что он был полон решимости найти и заколоть Кощея, для чего предпринял амбициознейшее восхождение на перевал в 30-е государство. Что ж, чем дальше он уйдет, тем лучше для державы.